Отец пропавшего без вести, армянского диверсанта, обратился к Папикяну. «Господин Папикян, ровно 13 дней. У нас нет никаких новостей о моем сыне и его сослуживцах. Какие меры вы предпринимаете?» – заявил отец военнослужащего срочной службы Сережи Казаряна, отправленного совершить диверсию в тылу вооруженных сил Азербайджана. По его словам, 13 дней в ущелье Верин-Шоржа, это Юхары Шоржа, лежат раненые и тела военнослужащих. Но не предпринимается никаких действий для их спасения и эвакуации. Не предпринято никаких мер, чтобы своевременно помочь раненым. Если бы это сделали раньше, то наши дети были бы спасены, сказал отец военнослужащего. Казарян уточнил, что речь идет об ущелье близ Верин-Шоржи, где были погибшие и раненые. Мы отправили в армию здоровых детей, чтобы они защищали родину. А сегодня мы находимся в безвыходном положении, отметил Казарян. Отец военнослужащего утверждает, что на этом участке поисково-спасательных работ не проводилось, и руководству Министерства обороны Армении просто плевать на судьбу их детей. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!